Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лайк Убим, добро пожаловать на прохождение, но точнее выживание в игру The Infected. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так, сегодня я, кстати, начал немножко поздно записывать, уже у меня 11:30, без 20 даже 12. Немножко такой подусталый, я беру в своем порядке, чтобы не записывать в таком состоянии ролики. Не люблю я, кстати, записывать полууставом состоянии, но безумно хочу поиграть и записать ролик, поэтому поделаю что-то. Так, слушайте, нам, кстати, все меньше и меньше масла. Слушай, а сейчас закончится у меня масло, да, топливо точнее. Давайте мы возьмем, смотрите, видите, закончилось уже масло. Я даже еще не стал... Так, что? Разделить... Так, главное не выключайся. Ой-ой-ой, как хорошо. Разделить. Вот так вот сделаем. Я прям все не буду тратить. Ага, сюда, вот сюда мы не будем. Да, надо поэтому съездить в города. Мы сегодня точно поедем в этом ролике. Вчера, кстати, у меня, я записывал 2 часа ролик и уместил 30, сколько у нас там, 6 минут что ли было. Вчера тоже прям такой плотненький у нас получился ролик. Кстати, веревка, я веревку где-то только что видел. Надо их скомковать. Да, давайте отсюда я тогда переложу веревочку, чтобы у нас... Кстати, еще тут не так не разобрался с хламом. Ага, все, 6, там уже 25 вмещает. Не разобрался с хламом, но ничего страшного, мы разберемся. И я, знаете, что подумал? А давайте сюда мы с вами стеклянную, чего-нибудь стеклянное сделаем. У нас там есть стены. Вот они. Стекло, винт и стальной слиток. А, стальной слиток, да? Это сталь. Ага, ну мы можем, да, сделать. Чтобы у нас просто тепло, наверное, не уходило. И это дорого для меня будет, стальной слиток. Стой, не то. Где он? Вот он. Так. Угу. Я, может, был повернуть его. Ладно, уже тут не повернешь. Хотя, подожди. Если... Слушай, можно, можно. Подожди, нельзя. Лестница, ступеньки. Да, уже не поставишь. Угу. Печки, потому что будет мешать. Не хочу их перетаскивать, нормально, в принципе. Вот так зайдем, и цуки, и все будет. Да. Стена. Так, а это что у нас? Стеклянная перегородка. Вот, вот так вот сделаем. И, кстати, и закроемся. Потолки. Потолки, здесь стеклянные тоже у нас есть. Слушай, а я не могу, да, построить? Так, что нам нужно? Смотрим, ребят, нам нужно стекло. 8 штук? 6 штук? Ага, 8. Давайте стекло плавить. А плавить мы будем его... Кстати, камушек надо будет набрать, да? Плавить мы его будем в печах. Раз, два, три. Так, давайте я сейчас все переплавлю, короче, и покажу уже результат, чтобы сэкономить там время для записи. Так, ну что, кобальтовую руду я зафигачил. Так, ага, остались нам бинты. Сколько штук, подожди, 30 штук, да? 10, 30 штук, да, медных. Слушай, а я медь-то и не собирал, да? Зато у нас есть 30 штук. Если у нас собирать... Я собирал же до этого. Отлично. Эти, ребят, какая красота. Все. И потолок теперь надо заделать, чтобы... Чтобы тоже сохранить герметичность. Замечательно. Так, стекло еще нужно. Ага, 5 штук. И стальную слитка 2 штуки. Замечательно. Так, я не понимаю, осень наступает уже или нет? Да, вроде осень наступает, ведь лепестки.
Так, что мы с вами сейчас делать? Я хотел, кстати, в город съездить, забрать ту тележку, которая там осталась. Если вы помните, вот эту тележку. Вот тут написано минус 2 техники, тут еще 3 бензина и тележка. Я, правда, не знаю, можно ли ее на нашу машину сажать, на нашу тележку. Или в город сразу стартануть сюда. А, ну вот сюда можно бензин взять, кстати. Можно сделать так. Слушай, ну и давай тогда я буду готовиться. Сейчас все нужное возьму и поедем. Так, ну все, поехали. Стойте, слушайте, я же хотел там тележку посмотреть и отремонтировать. Я помню, что он 10 литков просил. Так, сколько у нас? Опа, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Надо их... И механические детали, что ли, он просил. Или какие там электронные? Электронные вряд ли, механические детали, да, наверное? То ли 5 штук, то ли... Ладно, не буду с собой брать. Так, бензин взял, это взял, это взял. Замечательно. У меня тут бензин просто чуть-чуть осталось. Надо будет. Едем сначала мы за тележкой посмотрим. Предыдущий наш городок. А оттуда... Где у нас ловушка была? Ну, он тут рядом, в принципе, да? Так, прямо... Ага, один... Второй поворот, да? Да-да, второй поворот направо. Давай. Вы, короче, угораете. Прикиньте, медведь на том же месте. Офигеть. Так, и у меня бензин закончился, да? Так понимаю. Да. Не, вроде не закончился, но что-то... И полный, не полный. Да, теперь полный. Слушай, а ловушка? Ловушка я же перенес немножко туда поглубже. Вот вы мне скажите. Там же... Ой-ой-ой. Смотри, как он отреагировал. Чувак. Прикиньте. Слышите, он бежит до сих пор. Ну-ка. Вот встал. Ага. Кстати, хорошо даже, что он сюда прибежал. Мы сейчас объедем его. Уж, ну теперь я знаю, где спавнится медведь. Нам нужно будет... Или нам нужен будет медведь? Не знаю. Так, тихо. Идем. Не надо узнать, ловушка лежит там или нет. Вон она. Здорово, чуваки. Слушай, вы мне скажите, если вы в обратку случае побежите. Есть? Есть. Хорошо, ну давай же. Я еще на мышке нажал. Так. Эти двери закрыты. Что это значит? Может быть, ну-ка. Так, банк, блин, а я не помню. Я не помню, кстати. Так, сколько у вас тут? Ты ремонтируй, сколько у нас палок? Две палки еще нам нужно найти обратно. Так. 20 винтов. Тут и, блин, винты еще. Коническая, да? Железная. А, 3 штуки, а я 10 штук почему-то подумал.
Да-да, ты меня увидел. Иди. Come here, my friend. Ага. Ребят, ловушка имени меня. Потому что я, кстати, нигде не видел, чтобы ловушку кто-то так использовал. Потому что она вот реально выполняет функционал, который на нее возложили. Именно ловушку. Так, вы мне скажите, механическая деталь, да? Есть ли в этом городке... Я не знаю, заспавнился заново? Просто не хочу тратить время. Веревка вроде бы осталась, да? А, ну да, еще не заспавнились, кстати, вещички. Угу. Наверное, только остались... Да. Бензины, наверное, только остались. Топливо, которое я не забирал. Я, кстати, написал почему-то, что тут три штуки. Господи, я свой топот услышал. А, потому что там, да. Потому что тут у нас... Я просто хотел с собой их взять, эти три штучки. Так. И... А вот все не улазит. На всякий случай просто... Вот. А сколько? Три? Мне четыре нужно. Все, четыре есть. Угу, 20 винтов, да? Слушай, я тогда поближе подгоню транспорт. Хотя нам в другую сторону же ехать. Ну вот здесь, да, в обратную. Там, в принципе, нет разворачиваться смысла. Так, что, сколько времени? 2 часа, 3 часа. А, дождик начинается, поэтому темнеет. Чувак, иди отсюда. Иди отсюда, чувак. Три штуки, да? Раз, два, три. Слушай, я, блин, слитков столько взял. В надежде, что... Там 10 штук почему-то. Блин, почему мне 10 штук? Просто домой ехать и откладывать эти слитки? Неохота. Так, 20 винтов и... Три... Одна механическая деталь. Надеюсь, я в городке найду потом. Блин, не люблю я, конечно, гром лутать. Так, мне не надо, да, в принципе, никуда. Да, лутать не люблю вообще. Гром. Что? Жутковато, знаете, как-то. Гром. И эти дяденьки вы зомби, ну, то, точнее, в нашем случае не зомби. Здорово, чувак! А в нашем случае... Кстати, не обратил внимания Дэн на меня, потому что он не зарычал. Ага. В нашем случае они оборотни, ребят. Насчет, что слитков сделать? Я же не могу их выкинуть. Я могу, по идее, ящик здесь создать. И взять в руки этот... Ну, стоп. Не могу ящик, в принципе. Ну, посмотрим. Я, главное, за чертежами сюда прибыл. Так, нам нужно... Слушайте, а самое интересное, знаете, что? Что бревна-то не исчезли. Так. Давай, что, поворачивайся. Бревна там не исчезли, хотя я думал, что они исчезнут. Укладываем. Ну и погнали, ребят. Блин, он еще и туман накладывает. Блин, я, кажется, зря создал, да? Потому что тут нету. Угу, прикиньте, тут нету зомби, походу, оборотней.
Винты есть. Это выкинуть, это мы забираем. Так, механическая деталь, во. Можно будет заехать и отдать, да? Слушай, блин, ну я куда-то еще, значит, должен поехать, но я же не могу. И я думал, тут будут у нас чертежи. А что-то я сомневаюсь с чертежами. Надо будет куда-то еще стартануть. Масло хорошо, что, блин, хоть бы один чертеж хотя бы был на этой локации. А лучше два, конечно, но хоть бы один. Чтобы не... Я сюда просто так не приезжал. Так, это у нас свинец. Да, свинец не будем, потому что свинец у нас в пещере создается. Мяско мы берем. Тушку тоже берем. Я пока ее не сажал. Блин, в этом доме нет, да? Угу. Да нет. Есть ли у нас мусорки какие-нибудь тут? А, нет. Блин, помолимся. Блин, здесь не бывает. В гараже не бывает. Чертежей. Это печально. Это фиаско, как говорится. Блин, и создал, да, реально. Слушай, веревка, веревка, мне же веревка нужна. Как раз веревка, это хорошо. Где я остановился? Ёшкин кот, отец, ты чё? Надо веревку отсюда взять, если я сейчас поеду в другой городок. Ну, мне нужна будет веревка для создания еще одной ловушки. Пускай это останется тут. Да, есть. Да, господи ты мой. Уж меня давайте не пугайте. Угу. Что еще перенести? Я даже не знаю, что у нас тут самый тяжелый. 0,3, 0,2, 0,2, 0,75. Жиры, кстати, я не знаю, нужны нам, не нужны. Все, да? Вот эту шляпу можно выкинуть. Она нам не нужна. Давайте все. Складируем красиво. Вот это, по идее, нам тоже не нужна, но я ее в любой момент могу выкинуть. Так, одна веревка нужна. Угу. И мне нужно при том еще 4 палочки. Слушай, палочки я могу с бревен получить. Здорово, чувак. Ёшкин кот, знаете, что забыл? Я забыл наполнить воду баклажки. Ой-ой-ой, а это плохо. Они у меня оба пустые при том. Нет. Чистая вода есть. У меня еще арбуз хотя бы есть. Ой, есть, 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 есть. Я почему-то подумал, что у нас... Так, а куда мы с вами тогда летим летящей походкой? Дома вообще беспонтовые, пустые, потом помечу. Можно сюда сгонять. Там, кстати, и обменный пункт. А, далековато, но... Сколько времени у нас? 5 часов, блин, вечера. Можно сгонять туда. Но у нас сейчас день заканчивается. Во сколько? 8? 9 темнее, да? Сейчас давайте я тогда быстренько до туда доеду. Ну что, ребята, настала зима. Первый день я, в принципе, курточку одел. Винты уже запихнул. Что-то забыл на запись нажать. Давайте посмотрим. Я решил дождаться, короче, следующего дня. Слушай, а как мне... А как зацепить, интересно? Потому что ну, голову-то он не поворачивает. О,
Инвентарь. Ага, кстати, полубак осталось. Слушай, что появилось? Вот спид-прицеп. Ёшкин кот, ребята. У нас теперь еще и с вами прицеп будет дополнительный. О, господи ты мой. Вы заспавнились опять, да? И у нас полбака. Нифига себе, ты чё меня ушатал, чувак? Кстати, это самый опасный, вот он. А чё он меня ушатал? Я же... О, у меня две аптечки, спасибо. Ну, неожиданно было, конечно, что он меня ушатал. О, Опа, очки, ребят, заспавнили, смотрите. Ну, потому что... Ну-ка. Картошка тян. Заспавнились. Угу, спавн произошел, ребят. Лук, да-да-да, я бы лук забрал бы. Угу. Так, давайте тогда я время на этот городок не буду тратить, вам показывать. Потому что как бы мы видели, да, весь тут лут. Что тут есть, я в финалку, наверное, только вам покажу. А мы, я свое время, ну, оставшиеся 10 минут потрачу вот на это место. Доедем до туда сейчас. Так, ну что, ребят, потрудился я на славу. Вот весь лут с этого городка. Просто шикарно, ребята. Кстати, топливо тоже заспавнилось. Я не стал его забирать. Пускай там будет. Хотя, если честно, знаете что? Стой, я на бензобак хотел навести. Можно сбегать, забрать топливо и заправить его. Потому что что? Потому что все правильно, он появится же. Блин, это... Я даже не знаю, что это сказать. Это жестко, ребят. Это как в магазин сходить. Господи ты мой. Нас еще не хватало. Я только отремонтировал эту штуку. Кстати, это уже какой? Четвертый или пятый я тут, да? Угу, это должен... Так. О, господи. О, аптечку принес. Вот такие, ребят, пироги. Так, я поехал. У нас тут оставшееся время, блин, уже полтретьего, блин. Поехал я к тому городку. И тогда там включусь. Так, ну практически я доехал. Ага, вижу даже первого оборотня. Так. Подожди, мне палочка нужна. Палочка плюс бревно. Ты что, промахнет где? Вот. Так, во-первых, палочка нам нужна. Сколько у нас? Три палочки, да? Угу. Вот это я выкинул. Это нам не нужно. Это тоже выкину, чтобы пропало. Так, объект. Другое. Так, повернем их в их сторону. В их сторону. Угу. Замечательно. Поставим. Согрим их. Чувак, обрати внимание. Да, обратите внимание. На наш... Ой, шо? Чувак. Ты что меня хотел обхитрить? Так, он мне еще... Подранил, да? Паршивец такой. У нас две раны. Обхитрил он меня. Так, давай, чувак. Комцумир, как говорится. Отремонтируй, будет, да? Ага, так, и еще где-то тут ходил, я видел. Кстати, у нас тут торговец есть. Ребят, сейчас мы это тоже с вами... Где он? Ну или фиг с ним, ладно.
Давайте я тогда поближе подгоню. Транспорт. Поближе-то подгоню. Так, палочки я возьму. Еще, если что, для ремонта шипа. Центр поставим вот сюда. И давайте приступим. Так, давай сразу отремонтирую тебя, чувак. Замечательно. Нам в основном главное чертежи. Так, где двери у нас тут? Двери заколочены. Главные чертежи, мои ребята. С вами так. У нас есть веревка. Так, жиры я, кстати, пока не понял, куда использовать. Если кто знает, то напишите. Так, теперь у нас тележки есть. Слушай, знаете, что еще подумал? Типа, это же не один городок, ребят, заспавнивается заново. Это все города заспавнятся заново, да? Получается, что? Получается, что то, что мы с вами можем, когда происходит спаун... Обратно заезжать в города, как говорится, и закупаться. Вот такие пироги. А, ну вот он меня. Давай, давай. Иди сюда. Он еще пока этот. Кланяется, вы заметили? Ой, чувак. Чувак, отрапчик. Видите, видите? Он мне кланяется перед. Что это за звук сзади, как будто еще? Так, замечательно. И мы с вами это все перекидываем. Шикарный просто у нас сегодня лут. Так, болты еще сюда все влазит, ребята. Это просто нечто. Так, мы сегодня, наверное, на минут 40, да, засидимся, пока я это залутаю городок. Так, а где у нас? Вот он, да. Залутаемся городок. Так, яички можно не поднимать. Вот это поднимем. Топливо как раз у нас заканчивается, это хорошо. Но я думаю, ему нужно это фиксить. А, как-то. Либо кулдаун увеличивать. Чтобы была перезарядка. Ой, он аж сломается сейчас этот. А сейчас сломается. Будем топором его фигачить, значит. Так, что-то такое ощущение, как будто я был. Тут дверь открыта. Или она с самого начала была открыта. Я знаю, что говорил, кстати, что можно веревки не подбирать, но у нас с вами есть транспорт, на котором мы с вами можем увезти больше вещей, поэтому можем и веревки, стекло, банки, в принципе, подбирать. Угу. Это очень хорошо. Блин, реально все вообще не помещается. Тут миллиард лута. Дисбаланс даже какой-то мне, кстати, чувствуется. Где-то. Дисбаланс чувствуется какой-то, знаете, как будто. Кстати, он на спину падает, и чувак. Ага. В сравнении с другими. Все остальные... У нас на грудинку падают. А он у нас с вами. Надо сфотографировать будет его на Вики залить. Я, кстати, не говорил, но я гуглил по игрушке и не увидел Вики по этой игре. И я такой подумал, блин, а может быть, ну, создать Вики. Правда, там геморрой столько писать нужно. Все фотографировать, все. Ну, я думаю, если Вики создать, то найдутся такие же... Опа.
единомышленники, ребят, и скажут: «О, чувак, давай, я тоже знаю что-то про эту игру», и они дополнят. И вот так люди потихоньку-потихоньку будут дополнять. Помимо меня, там же типа свободно можно бить. Там есть игровое сообщество, просто портал, где есть игровые вики. Вот. И, кстати, для этой игрушки у нас нету. Здравствуйте, мои почтения. Слушай, я уже сломал. Слать, нельзя открыть. Я уже сломал, да? Что? Что там было? Травишка была. Травишки там. Самое интересное, что ее можно, ну, обыскивать. Так, арбузный возьмем. И смотрите, можно покупать. Элитный бугун, уменьшение скорости и выносливости. Но это мы вкачивать можем. А, увеличение максимальный вес с рюкзака. Но вот это интересно, конечно. 650, ёшкин кот. Что за цены? А, лучший желудок, требуется меньше еды. Хороший обычай получше при осмотре. Вот это интересно, кстати. И что энергии, скорость уменьшается. Уж, а мы можем сразу, кстати, что-нибудь продать из-за того, что мы нашли с вами. Дайте 0,6, 0,2. Это не продашь. Ну-ка, давайте посмотрим. А, продать. Не продашь, но вот эту продадим, можем. Кстати. Опа, и у нас 0,2 уже. Красота, благодать. Литки мы не сможем, да, вывести. Мы сможем лишние с вами вещички, ребят, продать. Мать, ты держи в курсе. Хоп-хоп. 0,6 уже. Опа. Очки. Блин, мы весь хлам можем, который лишний, привозить ей и просто продавать. Камушек. Нет, камушек нету. Картошку. Картошка — это не хлам. Ну, в основном вы поняли мои мысли. Что-нибудь ненужное мы можем продавать. Ей приезжать сюда. У нас теперь груз с вами есть. Сколько топлива стоит? Топливо вообще 3 штуки стоит. Представляете, 3 единицы топлив стоит. Мы можем сейчас ей продать. Потому что как бы мне топливо не сильно-то нужно. Ой-ой-ой-ой, и это, и это. Сейчас, короче, все тогда нужно подбирать, если честно. Даже нужные и ненужные вещички. Уголь же тоже, да, уголь тоже стоит. Стоит. Так, главное по весу мне бы сейчас уйти бы. Не накинуться больше полтинника. Так, я же взял, да, пусто. Ага. Так, а что? Что? Давайте выкинем, наверное, камушек, потому что он 0,0 как раз стоит. И давайте толканем этой девушке лишнее. Ребят. Что лишнее? Уголек, глину и инцовую руду. Все, остальное мне как бы нужно. Поэтому остальное мы не будем. Так, 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 веревочки. Ой, веревочки, как хорошо, блин. Все, мои веревочки и семена. Смотрите, у нас 9 арбузных сетей. Косточек. Так, у нас последнее здание, да, получается? Это. Ага. Не посещал. Слушай, а вот это можем продать? Ой, это тоже можем продать. Испорченную еду. Кстати, 2 у нас есть, ребят. 2 технологии, это очень хорошо. Мы 2 технологии нашли. Это прям очень-очень хорошо. Так. 47. 8, можно сказать, да? Так, все, надо, да, относить уже. Не хочу я тащиться. Так, стой, стой, а где выход? Угу. Как время, блин, быстро летит. Вообще.
Чё? Кто кидает? Чувак! Он и камнями кидает меня, прикиньте. Ну, у меня нечего защититься. Пофигом, ладно. Угу. Видите, мы, кстати, много времени проводим тут, и они переспавниваются, эти противники. Железо, ладно, ставим. Хотя зачем нам? У нас там есть. Так, вот это мы продадим сейчас ей, девчонке. И я бензин, кстати, также ей продам топливо. Так, туалет. Камушек можно выкинуть, кстати. Камушек, потому что ничего не стоит. Так, жиры. Ого, нифига себе, что так много весит. Так, и я в этой комнате же был, да? Угу. Все, мы, кстати, залутали полностью городок, получается. Что? Вот тут я был же, да, да, тут был. Машину тоже залутал. Гараж надо еще раз зайти. Напомнить себе. Залутал я гараж или нет? Так. И... ну да. Так, сколько у нас там бензина с вами? Половина? Угу. Все нормально. Тогда вот это я продам. Топливо. Блин, чувак. Чувак, это рэпчик. Вот так сделаем. Бегу и быстренько. Да-да, это залутал. Все, домик. Даже камушек лежит. Так, ну что, мадам? Держите. Так, что из-за информации? Информация 9 на 12. Наивную пусть на память. Ох, 3 единицы уже есть, ребята. Скоро. 3 единицы, блин, правда, 400. Да, долго я буду, походу, так, да? Копить. Ну что ж. Копейка рубль бережет, есть такое выражение. На этом сегодня мы с вами заканчиваем, ребят. Вот такие интересные у нас события произвели. Сейчас я поехал отвозить тогда. Так, давайте канистру я возьму одну. Отвозить на базу. Так, что он пить хочет? Пить, бедолаг, хочет. Слушай, а я и эти не продал. Испорченную еду. На базу вот тогда ты... Что? Что? Вы меня давайте так не пугайте. Так, так. Угу. Отвезу, там сохранюсь. И мы завтра, в принципе, с вами оттуда. Господи, это... Нет! Топориком, конечно. Кстати, у меня топорик при ударе этот не портится, интересно, что. О, этот, кстати, упал, смотрите. Это упал. Интересно. Вот такое страшилище он выглядит, ребят. Может, как-нибудь использую я его. Какие-нибудь пресеты. Давайте, ребят, с вами был Лайков. Всем пока.